Итак, это у нас штаны, джинсы. Что это? 550. Да, 550. Чудесно. Ну что? Идем дальше? Прикольный цвет такой, терракотовый. Ну да, размер 32, предыдущий тоже 32. Так как сидели те предыдущие, как сидят эти? Как? Здесь еще одна Аня поместится. И жопы тут нету. А как бы не так. Да, я сейчас спрашиваю, она должна быть. И сколько стоят эти джинсы великаны? Не, на самом деле они прикольные, просто надо размер другой найти. Они стоят 650 гривен. Так, неплохие джинсики. Хорошо сидят. О, мне нравится. Цена 650 гривен. Так. Да, но я считаю, что мне, в принципе, размер надо поменьше. Это размер 28-32. Но, опять же, они тянутся в сторону. Ну, в случае, если покажешься. Свободно. Ты тоже, извините меня. Не резина. Свободно. Да, можно? Ну, свободно, я скажу. Ну, все? Нет, давай теперь. Это темно-синие. Но они на меня маловаты. Это размер 25-32. На 400 гривен, но я еле их натянула, и они затянули боку вообще. Да там и затягивать нечем было. Спасибо. Всегда пожалуйста. Но цвет мне нравится. Если за это размер больше, то за 400 гривен, я считаю, вообще отличный вариант. Так, осталось что? Очень прикольные джинсы. Это магазин Коллинз. Стоит они 1700 гривен, размер 25-30. Модель. Не знаю. Так и называется. Цвет хороший. Хорошенькие. Вот эти мне очень нравятся. Это 900 гривен, да, размер 26-30. Да. Угу, да, мне нравится. Класс, мне эти тут. Так, теперь у нас что? Цена. Размер 25-30. Цена 1300. Очень хороший. Такие голубо-сероватые. Но мне серый цвет не очень нравится. Ощущение, что они грязные. 27-32. И они идут со скидкой. 1700, стоили почти две.
хороший. Да. Цвет прикольный. Цена 750 гривен, размер 36. В принципе, очень комфортный. Да, довольно неплохой. Цена приятная. Воображаю. О, цвет приятный. Мне нравится, когда снизу вот так вот обрезано как будто. Это 34 размер, стоит 750 гривен, хорошая цена. Мне нравится, но мне кажется, что они слегка на меня маловаты. Они придавили попу, прям придавили. Не знаю, там есть что придавливать? Может, конечно, потянуться, но так, в принципе, комфортно. Может быть, и стоит их взять, я не знаю. Конечно же, мои лучшие. Под ботиночки классные. Под ботиночки? Кстати, размер у нас с тобой одинаковый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это та же модель, но на размер меньше, то есть 32. И я еле их натянула, еле застегнула, и бобку втянула. Вообще, я натянула. Мама, как можно втянуть то, чего нет? Посмотри, реально, вот я тебе сейчас покажу на сравнение. Ну, прикольно. Они прикольные. Похожи на те, которые были в прошлом магазине. Ну, такие, как на тебе. Это Марк, что ли? Да. Тоже 750 гривен, размер 34. Кстати, на тебе тоже 34. Мой English просто прекрасный. London is the capital of Great Britain. Прикольно. Это что-то новенькое. 34 размер на меня слегка, он как-то маловат. 850 гривен. А, да, 850 гривен. Чудесно. Это у нас сразу 34 размер. Цена 899, 903. Ого, сколько пуговиц. Это, кстати, очень удобно. Ширинка не будет расстегиваться. Ну да. Хорошо. Как? И расстегивается ширинка. Потому что они на меня малые. Но они красивые. Вот такие вот стяжки. Не до дырочки. Так, 750 гривен, размер 34. Маленький на меня. А, это, я думала, это скидочная. Класс. Я первая ее увидела. Верни мне шапку. Не отдам. Ой, стой на месте. Думаешь, что быстрее веришь? Ну отдай. Не затягивайся. Это будет в ляпах.
Я думаю, сейчас человек, который следит за камерами, думает, что это за дурочки со штативом ходят на вещах валять. Глядитесь в это лицо! Разве эти глаза могут врать? Ну, по сравнению с моими... Сразу талия, да какая талия! Ну вот, ну прям... Парсик. Ты заигрываешь с мужчинами по ту сторону экрана? Да. Меня видно. Ника одобряет. А, не, я не так делала. Одобрено.